Девчонки, всем привет! Перед вами очередная коробка с товарами от Faberlic. Сейчас я вам покажу сначала каталог, который мне пришел. Значит, это новый каталог. Действует он с 29 апреля по 19 мая. Смотрите, какая нежная обложечка, розовенькая. Мега-акция, страница 8. Давайте сейчас сразу с вами и посмотрим, что за акция. Так, мега-акция для зарегистрированных покупателей. Сделай заказ на 299 рублей по этому каталогу. Оплати заказ до 19 мая. Активируй карту в личном кабинете до 9 июня. И получи гарантированный подарок в каталоге номер 8 и участвуй в розыгрыше главных подарков. Какая прелесть! Я обязательно это сделаю, к чему и вас призываю. Главные подарки, я так понимаю, это машины. Итак, в этом каталоге очень много интересных новиночек. Я немножечко уже полистала, посмотрела. Здесь есть новые крема, также есть новые шампуни, витаминки, как для волос, так и для кожи. Поэтому заходите, смотрите либо в интернет-магазине, либо же у официальных представителей ищите такой каталог. Я вам сейчас покажу немножечко, что я сегодня получила. Как всегда, здесь чек. Так, ну, начнем с того, что я увидела впервые, почему-то не знаю, лазила все время, искала что-то интересное. И я впервые увидела салфетки влажные. Одна моя знакомая, знаю, что от этой торговой марки, давала мне салфеточку, которая выводит пятна. Я ею пользовалась, и да, действительно, пятнышко можно вывести, если сразу протереть салфеточкой. Я, в свою очередь, сейчас заказала несколько видов, 4 пачки у меня. Это влажные гигиенические салфетки, очищение питания, весенний букет, 0 спирта. Здесь, если я не... Так, 15 штучек. Такая вот упаковочка. В дорогу очень удобно, хорошо брать. Здесь клапан заклеивается. Так, далее влажные салфетки для интимной гигиены, для чувствительной кожи. Тоже 15, если не ошибаюсь, штучек. Да, все верно. Такая вот красивая, ярко-розовая упаковочка. Далее влажные салфеточки алоэ 15 штук и нежность хлопка тоже 15 штук. Мне очень нравится, что они не содержат спирт. Они не будут сушить кожу. Далее, как видите, в коробке мне очень понравились мыло сухие от Faberlic. Поэтому в этот раз, конечно, я заказала еще несколько штук, так как семья большая, моемся, как говорится, очень часто. И детки очень любят использовать именно сухое вот такое ароматизированное мыло. Поэтому на этот раз я заказала туалетное мыло. Есть вот такое лимонное Монпассье. И вот такие вот тропические варианты. Королевская протея, водяная лилия и гуава и личи. И еще здесь... Вот это я впервые увидела мыло. И, конечно, Дикая Африка называется. Конечно же, я его тоже решила попробовать. Взять, поэкспериментировать. Далее... тропические вот такие вот мыло я заказала весь ассортимент по одной штучке, чтобы протестировать, скажем так. Это мыло хорошо подходит для тела, лица и рук. Здесь есть вот такая вот пометочка. Это сухое мыло, тоже по 70 грамм каждое. И еще два штучки здесь из бьюти-кафе, малина, белый шоколад и опять же такое вот любовное цветение. Сакура, японская слива. Так, на этот раз многие девочки мне писали, что у Faberlic очень хорошие зубные пасты. Я решила протестировать все. Ну, уже раз тестировать, значит, все. Поэтому из серии «Тройное действие» я взяла 4
тубы. Это сила минералов, экстра свежесть, активный уход и мягкое отбеливание. В каждой тубе по 75 мл. Такое вот блестящее, красивое оформление. Мне нравится, что здесь широкая пробочка. Очень устойчиво стоит паста стоит на полочке. И, как всегда, здесь все запечатано. Смотрите, она белого такого цвета. Довольно густая, вам хочу сказать. Ой, а запах пошел какой вообще обалденный, мятный, свежий, действительно. Так, эта паста подходит для всей семьи. Это кислородная профилактическая паста. Здоровая белизна зубов. Так, сейчас прочтем, что на этих написано. Это все кислородные, профилактические, все подходят для всей семьи. Очень хорошо, очень здорово. Так, и еще один вот такой вот коробочка. У меня здесь тоже паста. Как видите, этот раз я решила прям все скупить пасты, посмотреть. Это экстра свежесть из этой же серии. Кислородная, профилактическая, тройное действие. Так, здесь идет защита от кариеса, предназначена для систематического ухода за полостью рта утром, вечером и после еды, безопасно при случайном проглатывании. Смотрите, если сравнить флакончики одинаково, но эти почему-то пришли без упаковки, а эта паста мне пришла в картонной коробочке. Далее у меня здесь, как и салфеточки, вот такой из этой же серии есть освежающая зубная паста «Сочная вишня». Смотрите, какая прелесть. Тоже в упаковочке пришла. 75 миллилитров. Я хочу ее понюхать. Ой, какая прелесть. Смотрите, она фруктовая такая. Запах классный. И она идет больше как гелевая, наверное. Смотрите. Такая вот как гель. Так, буду... Эту я забираю себе сразу пасту. Я даже своим мальчишкам ее не отдам. Далее у меня три пасты. Вот такие вот в упаковочках. Забота о деснах, свежесть дыхания, защита от кариеса. Также подходит для всей семьи. Здесь у меня ягодная мята, свежая мята и цитрусовая мята. Я очень люблю пасты, которые мятные. Пусть они будут там с какими-то вкусами, запахами, но обязательно мятные. В этом флакончике, в тюбе тоже 75 миллилитров. И в этой уже, как видите, вот такая вот пробочка, которая закрывается. И здесь мембрана фольгированная, чтобы у нас ничего случайным образом не выдавилось. Здесь флакончик удлиненный такой. И все три такие. Далее у меня из новиночек еще одна паста освежающая зубная. Это из этой же серии, что и вот эта вот паста. Но они идут немножечко разные. Здесь яркий аромат малины, дополненный искристой мятой. Так, а там у нас, по-моему, вишня была. Да, это вишня. Тоже вот такое красивое нежное оформление самого флакончика. 75 миллилитров. И, как всегда, здесь защитная мембрана. Так, и теперь последнее, то, что мне сегодня хочется вам показать. Это три вот такие вот зубные пасты из серии «Эксперт» от Faberlic. Значит, первая идет отбеливающая концентрированная зубная паста. Вторая – комплексная зубная паста с прополисом. Это продолжительная защита зубов и десен написано. И профилактическая зубная паста – защита от зубного камня, налета из этой же серии. Здесь, кстати, сверху вот такие вот номера есть. Если вам кому-то понадобится именно по номеру найти,
Я вот так вам сейчас покажу, и потом вот так вот, чтобы вам легче было найти, если кто-то хочет себе заказать такие пасты. Так, здесь тоже флакончик 75 миллилитров. Здесь вся инструкция, срок годности, все как всегда указано. Ой, смотрите, какая прекрасная. Краешек такой зубчиками интересный. Мембрана и запах. Мятный, приятный запах. Вот такая вот прелесть. Буду обязательно пользоваться. Эти пасты 3 я заказала по рекомендации Елены. К сожалению, Елена, фамилию вашу я не запомнила, да и боюсь неправильно назвать. Вы посоветовали эти пасты, сказали, что они очень хорошие, очень качественные. Итак, девочки, на этом моя посылочка, скажем так, завершилась. Куча всего разного перед вами сейчас. Заглядывайте обязательно в каталог, в новый. Участвуйте в розыгрыше призов, подарков. Если вы еще не зарегистрированы, регистрируйтесь. Я с вами на этом не прощаюсь. В ближайшее время я буду еще заказывать несколько товаров от Faberlic. Хочу попробовать еще кое-что, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Всем вам говорю до свидания. Пока-пока.